Всем снова привет! Мы в моей ванне. Я не знаю, насколько хороший такой угол, но сегодня у нас такой выходной день, и сегодня 5 января. С Новым годом вас! И я решила снять небольшой влог «День со мной». Кажется, я уже 100 лет не снимала видео, но да, посмотрим. Я планирую сегодня попробовать испечь булочки люсекатер. Это такие шведские шафрановые булочки. Они вообще-то пекутся, по-моему, в середине декабря, но в середине декабря у меня не было особо времени на это, поэтому я их попробую испечь сейчас. Всего так, больше никаких интересных планов у меня нет. Я буду читать. Я вчера начала книгу Робин Хоп «Волшебный корабль». Посмотрим, как она пойдет. Небольшой апдейт по этому крему для глаз от Derma. И то, что я заказала на iHerb. Пока нет. Он мне не нравится. Мне кажется, он не дает достаточного увлажнения, я не чувствую, что я вообще что-то нанесла туда. Поэтому, к сожалению, ну, я его, естественно, доиспользую, но больше заказывать не буду. На лицо я наношу солнцезащитный крем от Frudia 50+, SPF. Солнца у нас нет и не было уже неделю, но солнцезащитный крем все равно нужен, плюс я его хочу использовать, чтобы он не испортился. И он достаточно увлажняющий, но если у вас супер сухая кожа, то вряд ли он вам подойдет. Он такой обманчиво увлажняющий, он дает сияние коже, но как такового прям настоящего увлажнения не очень много. Забываю про шею. Еще недавно я купила себе вот такой тюрбан, как это называется, полотенце для волос, чтобы туда после душа сырые волосы можно было убрать, они там подсохли, и было удобно его носить. Здесь такая завязочка есть. И, в принципе, мне нравится пока. Не так, чтобы он очень долго оно у меня было, но пока я довольна. Я настоила 250 рублей или как-то так. Единственное, что если вот у вас челка, то это не очень удобно. Мне приходится челку доставать и отдельно ее сушить, иначе она высохнет в не очень хорошем положении. Это я сейчас сделаю это. И потом мы с вами увидимся, наверное, когда я буду пробовать делать булочки. После прогулки я приступаю к булочкам. Правда, я кое в чем накосячила. Сейчас объясню, что я сделала не так. Булочки у нас шафрановые. И шафрана я купила в 2 раза меньше, чем нужно. То есть здесь в пакетике 0,12 грамма. Мне нужно 0,5 грамма, то есть мне нужно 4 пакета вместо 2, но я сейчас сбегала в супермаркет, и там шафрана не было, и, в общем, у меня будут не до шафрановые булочки, но ничего. Что нам еще понадобится? Мука, сахар, изюм, масло и молоко. Можно использовать и растительное молоко, я так понимаю, что тоже должно с ним сработать. Ну, немножко соли. И дрожжи свежие. Вот, дрожжи я такими никогда не пользовалась. Посмотрим. Я делаю половину рецепта, потому что по полному рецепту получается 32 булочки, и это, ну, слишком много. Я попробую сделать 16. Посмотрим, что из этого выйдет. Единственное, что я не показала, это вода. И сначала в рецепте предлагается замочить 16 изюминок в воде,
что я сейчас и сделаю. Шафран, кстати, как написано на упаковке, это самая дорогая приправа в мире. Это вам такой интересный факт. Пахнет она специфическим образом. Здесь пакетик внутри пакетика, и там милипусечная штучка шафрана. Сначала мне нужно 12 грамм свежих дрожжей. Вы тоже, как я, никогда не видели свежие дрожжи. Выглядят они вот таким вот кирпичиком. И они достаточно мягкие. Ух, они забавные, они как пластилин. Так, мне нужно 12 грамм. И, кстати, у них какой-то совсем маленький срок годности. 15 января этого года. Они достаточно такой... липкой консистенции. Я думаю, больше их трогать не буду. Нужно нагреть молоко и масло для такой, для температуры такой 37 примерно градусов, чтобы оно было не горячее, но и не холодное, а такое чуть-чуть теплое. И вот эта не очень хорошо выглядящая смесь должна будет превратиться, ну, вернее, стать такой температуры нашего тела практически. В общем, мне пришлось поставить эту смесь молока с маслом в холодильник, потому что остужаться оно никак не хочет. Нужно совсем капельку его нагревать, буквально минуту, наверное, две максимум, потому что иначе, да, он становится сильно горячим потом. Пока это какой-то геморрой. Ура! We back to business. Вроде бы как смесь нужной температуры. Термометр мне показал, что 36 градусов. Сейчас я проверю еще ее пальчиком. Да, теплая. Да. Теперь половину этой смеси я вливаю дрожжи. И мне нужно, чтобы они растворились полностью. Потом все оставшееся я уже доливаю. В общем, над тестом я поработала минут 6 всего, но, наверное, оно готовое. Я боюсь делать больше, чем надо. Я не знаю, я не супер профессионал в этом плане, но... Ну, мне кажется, не знаю, готово. Или еще его потискать. Окей, ладно, еще чуть-чуть. Окей, все, 10 минут я тесто работала на нем. Дальше предлагается его посыпать вот так вот мукой, накрыть полотенцем и оставить на 35-45 минут, чтобы оно в два раза стало больше, увеличилось. Поэтому увидимся через 45 минут. Окей, я только что поставила духовку разогреваться, и булочки стоят еще полчаса, как второе поднятие. Они должны подняться, потом я их убираю в духовку на 6 минут. Я устала. Самое удивительное, что самым сложным оказалось делать эти колбаски из теста. Надеюсь, это будет вкусно, хотя, посмотрев другие рецепты, мне кажется, у меня какое-то очень сухое тесто, но надеюсь, что все будет окей. Она такая красивая, тёпленькая. Пахнет до сих пор вот этим немножко медицинским каким-то, не знаю, у меня какие-то ассоциации такие. Ну, в общем, да.
И привкус у нее такой же медицинский. Я не знаю, шафран. Все-таки что-то я не поняла, видимо, пока. Он у меня с йодом, с запахом йода ассоциируется. Вообще она такая достаточно желтенькая. Ну и это мягкая булочка, я не знаю, как это можно испортить. Мне кажется, если еще сливочное масло и варенье туда, будет perfect. Так что мы устроим нашу маленькую фику с чаем и булочками с шафраном. Я думаю, я здесь закончу влог. Вы слышали мой обзор на булочки. Сейчас к нам едет суши на ужин. И мне хочется немножко почитать свою книжку. И я на самом деле не знаю, что еще снять. Не знаю, насколько получился интересный этот влог, но я была рада, что я сегодня заставила себя, немножко как-то отвыкла от видео. Надеюсь, что в этом году я смогу их более-менее регулярно постить, как раньше. И я надеюсь, что у вас все хорошо, и желаю вам в этом новом году всего самого замечательного, здоровья вам и вашим близким, и какого-то душевного спокойствия. И пусть этот год будет лучше для вас, чем прошлый. Поэтому да, здесь отключусь и надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. Пока!